Сегодня у нас 24 декабря 2016 года. Раскуростали мой компьютер. Василий, тут у меня приехал племянник. Какая-то сетевая плата, что-то. Сегодня хотел мастер с телекома приехать. Никита тут тоже что-то где-то. Ну, а там батюшка пришел. Пришел. А что с нас возьмешь, что ли? Еще и нету. Володя рядом стоит. Я всегда... Что у меня делает? Только говорю, то, что хуже не было. Потому что я всем доволен. Но... Три дня, по полтора часа, по часу нельзя включить его было. Не включается, и все. Но Ростелеком у нас 38-38-38 телефон. Позвонили, хорошие люди. Это видно, что разговаривают нормально. Советуют как-то, бесплатно. Хотел мастер прийти, но тут вот Василий взялся за это и без мастера. Тут один мне его купил, этот процессор. Стали делать. И делать. Я говорю, подожди, не делай. Кто мне подарил этот, он все-таки хозяин остается. Сейчас давай позвоним ему. Ты расскажешь, что хочешь делать. И потом попроси у него благословения. Так и сделал. Тем более, тот человек сегодня на исповеди был. Операцию делаем, матушка. Батюшка смотрит. Топор, молоток-то не нужен? Это тебе не овечкам корм давать. Это не овец резать. А, я говорю, топор, молоток не нужен здесь? Пилату. Гвоздодер. Гвоздодер. Все, что знаю. Вилы там можно. Ну да, вилы, лопат. Вот так. Вот наш вечер как проходит сегодня. Ну, а батюшка сейчас исповедал. Приходит. Сколько человек исповедовалось-то? Где-то 23, наверное. 23 сегодня. Через две недели вот так вот приезжает. Это уже третий раз будет во время поста. Все они идут, мы хотим штучка. Пошла. Исповедники. Ну еще нашли причину, да? Брат, белая кошка уже с нами тут смотрит. А интересно очень было? Сюда. Ты, Василий, говори, что делаешь ты сейчас? Сейчас устанавливаю сетевую карту. Для связи с интернетом. Это карта или плата? Плата, она карта. Называется карта. В оригинале карта. Как карта Таро, типа. Володя там что-то покрышки всякие протирает. А это, что такое? Это нам батюшка принес. Это нам дали? Да. Кашу опять дали какую-то. Рыба. Надо вытряхнуть из чего на чем баночка. Вот так. А тут что у нас? А тут только экран остался. Вот больше ничего нету. Рядом Буска сидит. Вот. Завтра ей будет 5 месяцев. Экран еще, и там ничего нет. Почти именинница. А это все, самое главное вот здесь, да? Ой. Да. Тут немного всего посмотришь, как корову, когда выпотрошишь, мяса-то немного в ней. Остальное все требуха хорошая. Ну еще. Что не хватает-то? Да болтика одного не хватает. А? Болтика не хватает. Гвоздика? Болтика. Но гвоздики тут не хватает. А куда он делся? А ее не было. Вот это я не знаю. Все, нашел я. Привяжи веревочкой какой-нибудь. Нет, только на болтике. Только на болт. Вон от того. Где ты его взял? У себя? Вот тут открутил один. У того? Да. Ну так у нас у русских и есть. У одной телеги колесо снимает, из трех телег одну лепит. Нет, ты уж скажи, какой там, чтобы поставить надо, найди. У Игоря Барабаша всяких болтиков хватает. У него комбайн. От трактора, от комбайна. А? От трактора, от комбайна. Ну да. Болтик тут. Ломается. Вот видите как, это все бесплатно делают. Вот я так живу, что нет ничего у меня своего. Вот занялся я, купили мне по компьютерам книжку толстую, хорошая книжка. Я тут такие карты начал составлять. Ну и тетрадь все толще и толще делается. Что делать там? Вот магнитофоны мы сами начали паять, делать, уже все научили. Но тут пришли однажды двое ко мне и говорят, вот вы все берете за себя, сами делаете. У вас не будет, кто что будет делать-то? Вы нам хоть что-то оставьте. Я говорю, ох, как я рад это слышать. И тут же все оставил. Это мы в Трубачево были. Ну и бабушка выходит, видно, что древняя. Мы благовествовали, Евангелие раздавали. А я ей говорю, бабушка, а сколько вам лет-то? А вам сколько? Я говорю, ну а мне только 75. А, так ты еще сопляк. О, я говорю, бабушка, как ты меня обрадовал. Тут я засмеялся, смотри, только не замкни. Сопляк, это значит мальчишка. Посвятите. А то придумали, старик. На меня старик говорят.
Ага. Обиду кровную наносят мне этим. Голубенький, видите, голубенький. Я среди молодежи. И сам молодой. Среди гостей я гость. Клавиатура. Угу. Вот так. Вот монитор. Теперь главное, чтобы она работала. Это же я бэушная. Ремонт. Надо проверить и вставить в нее провод. Я уже сегодня спрашивал разрешение. О, там, в телеком. Я говорю, а можно, чтобы не выключать его? Вот он вечером работает. А я его выключу, утром не могу включить. Целый час. Бьюсь. Никак. Да если он ваш потянет на это. Я говорю, а что тянуть-то его? Он сам потянет. Не выключать его и все. Володя, у тебя что-то там прыгает тоже, посмотри. А, Володя, глянь на твоем магнитофоне-то, что там не так? Что так? Манюш, пол микрофона у тебя раскрутили. Надо не мой, это иметь. Так, это у нас на четверых 5 компьютеров. Вообще. Вот кто придумал, думал ли это, что появятся новые специальности, да, вставил тут институты, да. Пока деньги, надо, заводы. Так, раньше не было, как родители говорят, ребятишек, ну не можем с улицы домой загнать, играет, а сейчас не можем на улицу выгнать. Сидят все в интернете. Он сразу, да, будет работать, надо теперь драйвер скачать. Так, так. А какой драйвер? В интернете, да. Ты записал какой-то все? Ну вот так. А потом на исповеди, кажется, давай. Сам тут клавиатура такая. Моя записная книжка. Ну-ка. Каждый день записываю что-то. Так. Вот телефон барнаульский. Если кто не знает, могу сказать. Это у меня что здесь? Даже не знаю теперь, где найти. Барнаул. Это 8 385 2. Ручка там по электрике, ничего не надо подделать. Так, давай. Кажется. Ну, посмотрим. Надо что-то проверить сейчас. У меня вот сумка есть тут. И возьму стекло, называется увеличительное. Глаз. Вот. Ты рюкзак с собой будешь брать тоже, да, или что? Да? Барнаул 385,2 и 24-38-46. Это вот у меня телефон такой. Хороший телефон. По нему можно разговаривать долго. А поэтому нельзя. Что, все? Сейчас нет, это только сейчас надо программно теперь его настроить. Ну давай. Ну давай, Василий, настраивай. Ну, все, вот он. Ты на мой стул сядешь? Ну, могу и сесть. Давай, могу. Сесть. О-о-о, что он сделал-то? Все, вот в кучу собрал. От тебя это не зависело? Нет. А что-то изменилось, да? Ну да откуда я знаю-то? Теперь в кучу разбирать надо. У меня все расставлено, по своим местам было. Гляди еще на экране. У меня всегда на экране много, потому что у меня тут записи идут. Встречи разные, чтобы легко искать. Это программка. Кто в очередь становится по скайпу поговорить. Вот так. Ты где на это учился или как? Откуда ты это знаешь-то? Я работал в фирме, которая торгует компьютерами, собирал компьютеры. Ага. Вон а какая штука-то. Где-то 3 года работал. Так это неплохо было, если ты потерявку переселился бы. Еще мы бы к тебе. А то он у батюшки тоже, я гляжу, компьютер-то это или как это, планшет или как назвать его? Ноутбук. Ноутбук. Он у него какой-то, говорит, такой, что и клавиатура-то не русская. Вот он. Какой-то подарили человек. Ему. Нет, кто? Американцы? Да не, все племянники там сбросили. Так, все. Из Америки? Да нет, наши племянники. Ну, которые там и здесь. Ты Буряковы. Это ну, они живут в Америке. Отсюда. Ну, сейчас в Барнауле, в Москве живет. А они еще вернулись уже? Да ну почему? Ну, Арсений живет в Москве. Там, знаешь, да, язычок надо нажать. Где там? Где там? А что они там живут-то, почему? Спроси, выйди на этот, на компьютер-то, спроси. Да я не буду сказать. Наверное, хорошую работу нашли, заработную. 1005 в месяц зарабатывают долларов. Да, да.
5000. Сколько десятин можно платить? 5000. Ужасно. Может, в рублях пока. Ну все тогда. Есть. Нет, соединение есть, а в интернет не выходит. Не выходит почему? Потому что у них этот, возможно, защита. Нет. Батюшка, считай, что надпись означает тут. Тут решил это самое, ничего не выходит. Где? Скайп, вон. Потому что он крутится. Да я не вижу. Защита. Ни во что ставящий там мало. Мало помалу придет в упадок. Как, это правильно? Конечно. Опровергать не будем? Нет. А некоторые говорят, да о, подумаешь, там какая-то тыква пропала, замерзла, или один баран сдох. А ведь пастырь-то добрый, его лечить старается. Мы лечим, у нас одно лекарство. ТЧК, да? Топор, чурка, конец. Что-то не хватает, да? Настроить надо сейчас. Ну-ка попробуйте включить. Смотри, Никита В6. Так, вот TCP-IP В6. Никита вот недавно мне что-то такое сделал, а у меня меду-то не так много. Я сразу говорю, Никита, подставляй ложку. И ты ему ложку меда дал? Да. Ух ты. Расчет. Да и кроме того, мне делают лекарства от сердца. Это орехи грецкие с медом на меду. Так это, намятый, там инжир разный, я ему тоже ложку дал. Больше не могу, все говорю. Смотри, вот параметры адаптера, свойства, вот этот, протокол интернета версии 6. Надо Василий надумал бесплатно плату поставить, я говорю, нет, не пойдет. Ложку меда тоже дашь ему, да? Так, дай пай-то и будет говорить, у него компьютер так. Есть. Ну, как будем делать? Оставим на новой сразу подключено, или же... Оставим на старое, а когда старое забарахлит, в новую переключим. Нет, уж не надо мне это. Сразу ставь как надо. Старое пускай на запасе будет, а новое работает. Все. Ну она пока работала, старая. Старая, ну пускай работает. А как, там дырка какая-то есть? Там просто выдергиваешь со старой в новую. Ну покажи, Никита знает. Я Никите показал сейчас. Ну все, давай старую. Пока пусть старая, а как засломается? Конечно. Ну еще все уже. То бишь у нас теперь запас есть, все так, работает. Вот сейчас все. Она на новой работает, видите, открывается. Сейчас на новой? Вот на новой идет. А что от этого изменяется? Яркость не увеличится? Абсолютно все одинаково. Так, просто на, оно... держи с той стороны, я проверю. Мало ли что ты говоришь, еще проверить надо. Ну давайте. Сервис какой-то тут, все такое. Вот я сейчас все это загоню, смету отсюда. Ага. Так, а компьютер, ты не отключил у меня этот? Как его назвать-то? Принтер-то? Все подключено, но надо проверить на всякий случай. Ага, понятно. Ну ладно, тогда посмотрим, что у нас тут в моем мире. Двойка. Что это двойка? Кому-то что-то понравилось, наверное, альбома. События дня, ролики понравились. Отклонить даже не смотрю. Другие. Так, а тут кто заходил ко мне? Михаил. Ему понравилась молитва во главе всех дел и при выходе из дома. Вот это тоже хорошо. И все, больше тут ничего сегодня нету. Событий нету. Ролики вот эти сегодня ставлю, отсюда перетаскиваю. Сейчас я на ночь буду загружать ролик один. Хороший, исповедь называется. Это все остальное нормально, да? Да. Мы сейчас тут ничего не меняли. Ты вот что мне выведи сюда в форум, как говорили. Да, сейчас сделаем. Давай, выводи. Форум, да? Все хорошо. Хорошо. Чтобы форум у меня был здесь, а не закладки, так, как попало. Да? Сейчас сделаем. Так, вот сюда форум добавляю. Да, вон он, второй слева. Все, сейчас так. Второй слева, вон вверху верхняя черта, выше, во. Во. Вот этот, да? Да, этот вывести сюда. Вот прям вот эту страницу. Ну, почему это? Главное, первая страница, прям это... на нее выводить. Ну, вот первая как раз. Ну, вот на нее надо выводить. Это не первая страница. Подожди, ткни вот это дальше, 30-е. Вот это? Ага, ты вот сюда, новое сообщение, дай, вот сюда, ткни.
новое сообщение. Она откроет. Вот это вот и ставь. Все, вот эту ставим. Да. Новое сообщение. Чтобы она у меня была там. И вот здесь вот, где вверху разные даются, вот сюда вот в ряд тоже одну поставить. Там лишние какие-то фейсбуки, они мне век не нужны. Твиттер, там есть страницы, я вообще не беру, я модератор работаю. Вот смотрите, вот к истине теперь. Так и будет называться? А вот он уже есть, оказывается. Вот ну, он. Это форум? Да, это и есть форум. Вот нажимаешь, вот форум. Ну ладно, пускай. Оказывается, он уже да, и был. Да. Так, подожди, теперь там сделай его. Наверху. Выведи его туда. Вот здесь, да? Ну да, где внизу, то третья. Идет строка. Ну, вон видно, подряд идут как строка. Вот это вот. Во-во-во. Вот в эту строку ввести. Ну, все туда. Отхожу. Вот он. А? Вот сюда пойдет? Да. Могу левее сдвинуть. Вот так. Так, ну все, я переключаю на старую. Все. Давай. Так, тебе еще надо или не надо, батюшка? А то я сейчас буду... Делай, мне узнать этот. Как называется тема, где найти от Цуяну эту? Про патриарха что?